В Карачаево-Черкесии будет создана первая в республике совместная служба с привлечением специалистов трех министерств – здравоохранения, труда и социального развития, образования и науки – для помощи детям и семьям, у которых возникли проблемы со здоровьем ребенка. На базе стационарного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка», где и планируют открыть службу, несколько дней проходит обучающий курс для специалистов. Подробности в репортаже Аллы Динаевой. Чтобы как можно раньше понять и прийти на помощь детям и семьям, у которых возникли проблемы со здоровьем ребенка. Государство на своем уровне решило вот эту систему ранней помощи создать. И сегодня мы хотим присоединиться к этому. И сегодня у нас будет учеба. Будем своих специалистов готовить к этой системе. Поделиться опытом работы Ставропольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья приехала Екатерина Тютина, которая много лет возглавляла Ставропольский центр, где использовались все методы реабилитации – физическая, педагогическая, медицинская и социальная. Рассказала Екатерина Алексеевна, почему эта ранняя помощь важна и ей уделяется такое пристальное внимание. Вообще ранняя помощь – это очень важна не только для детей, хочу подчеркнуть это, но и для родителей, которым очень важно принять ребенка в том состоянии с ограничениями, которые у него появились при рождении, и научить социум, семью, не только маму и папу, но и братьев, сестер, бабушек и дедушек, как с этим жить и как помогать ребенку преодолеть эти трудности. Этот обучающий курс – часть объемной и важной работы, цель которой – подготовка специалистов и создание первой республиканской службы ранней помощи при стационарном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка». Это будет такая межведомственная работа, медицинская помощь, социальная помощь, психолого-педагогическая помощь по нуждаемости, по определению нуждаемости будет оказываться этим деткам и семьям с детьми. На сегодняшний день ранняя помощь, конечно же, оказывается, но с созданием службы ранней помощи мы планируем вести реестр получателей этих услуг, то есть по выявлению нуждаемости мы будем в базу данных заносить данные этого ребенка, семьи, чтобы могли все специалисты подключиться и необходимую помощь такую комплексную оказать. Сегодняшний семинар, он на самом деле очень необходим в целях того, чтобы понимать, какой будет дальнейший вектор, какое направление в нашей работе в ближайшее время и для того, чтобы определить механизмы нашего взаимодействия для улучшения результата нашей деятельности. Конечно, это не первая наша встреча, и мы уже говорили о нашем взаимодействии, были предприняты уже некоторые шаги по нашему взаимодействию. В службу ранней помощи будут входить педагоги, логопеды, дефектологи, массажисты и не только. Это социальное сопровождение семьи, и совсем скоро эта служба в республике заработает. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.